Учение будет проведено в два этапа. Первый включает в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач. Во время второго этапа будут отработаны практические действия в условиях специально смоделированной оперативной обстановки. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов, посвященное началу оперативно-стратегического учения. В ходе подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», проводимому совместно с Минобороны России, мы сегодня переходим к активной фазе оперативно-стратегического учения с войсками Национальной гвардии «Заслон-2021». Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений оперативной обстановке является основной целью проводимых учений. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации взаимодействия с Минобороны, МВД, ФСБ России и другими взаимодействующими органами. И, наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск. Районами проведения учения «Заслон-2021» стали Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. В нем принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск Национальной гвардии. Это учение станет частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии «Запад-2021», которые состоятся в сентябре. Олеся Котровская, телекомпания «Город».